И всем привет, меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в Break In. И да, немного неправильно стоит экран, неправильно стоит веб-камера. Ну да ладно, сегодня мы играем в эту игру и, в общем, я поиграю во все эти части, которые есть в этой игре. Посмотрим, что это за игра и почему так она не популярна, но карточки в Steam стоят для нее так дорого. И вообще, сейчас просто посмотрю просто обзор этой игры, как, ну, как сказать, я буду геймплей этой игры прямо на стриме, вот сейчас я буду показывать эту игру. Нажмем «Атак», и сейчас я посмотрю, что здесь можно сделать. «Атак» у меня будет, например, «Скинс», «Скины» какие-то. Чё, «Хэллоуин»? «Хэллоуин» можно? Или чё? «Голден»? А, нельзя трогать, ладно. Так, проверю сейчас. Например, ладно, я беру автомат. Нет, нельзя взять. Только пистолет. Ну что? Random target. Ладно, я не знаю, что я нажал. А, random target. Name, well. Я не знаю. Я правда не знаю. Ладно, старт атак. Я вообще не знаю, что сейчас будет. Лоудинг. Сейчас посмотрим. Так. В общем. Сейчас загрузится карта. Видать, карта сейчас загрузится. Так. Все прогрузилось, видать, да? Так. Нифига здесь мышка! Это просто, это что такое? Это что такое? Вот прям сейчас зашел, во. Ну хотя да, и так можно сделать. И чё? А что это? Это типа... Что? Не, ну прицеливаться это понятно, да. Немного графика не так, но ладно. Это, ну как-то... Ну, вы видите все. Я не знаю, как у вас это видно, но... Ладно, машина, ладно, это пофиг как-то. В нее сесть можно? Нет? А, зато можно делать прекрасно вот такие вещи. Да, мы можем из укрытия там стрелять. И мы видим уже первого врага, видимо. Так, давайте посмотрим. Это враг? Или кто? Потому что это, так как это break-in, по-моему, здесь враги. И это какие-то агенты или кто-то подобный, я не знаю. Сейчас посмотрим, тихо подходим. Я так немного вот так вот сделаю. Второй к нему вышел. Да ладно. Это типа будет сейчас как этот... как сюжет какой-то или что? Третий вышел, смотрите. А что не выходит? Они меня вообще видят, нет? Они меня запалили, короче, они меня. Так, а я... Так, а этому пофиг, да? Я двоих завалил, а этому вообще насрать, походу. На. Че его? А, убил. Или что? Не знаю, что сейчас было. Ну да ладно. Оружие неподбираемое, какие-то автоматы. Зато... Так. Еще одного завалил. И нафиг. Так, так. Не попадаешь, что ли? Так. Да я не понял. В смысле? Все, убил. Что они делают тут? Убиты они или кто? Или что такое? Убил. Что за игра? Почему она так сделана? Что они делают? Что? Это как вообще? Мы их зато можем повалять даже. Как-то, я не знаю. Патроны еще есть, это вообще что-то делать. А, пропали те, которые валялись. Так, проходит еще один охранник. Его я сейчас тоже. Минусую. Тихо подхожу к нему. Двух патронов хватает, да. Ну да ладно, я его убил. Так. Давайте зайдем через гараж тогда. Там, надеюсь, никого нет. Давайте через гараж. Тихо, тихо, тихо. Оп. По-моему, здесь кто-то еще... А, камеры. Камеры же, они что-то пишут, нет?
просто посмотрел, что там такое. Нет, она все еще работает, ладно. Ну да ладно. Меня походу запалили. Музыка это странная, ну да ладно. Сейчас будем смотреть, что будет. Нас запалила камера. По-моему, к нам должен кто-то бежать. Или нет? Во всяком случае, если даже да, то вряд ли нас кто-то минусует. Так. Это там, где вы были? Так, кей какой-то, кей нужен. Use кей. Что за ключ? Как это работает? Ну, допустим, ладно. Тут что такое? Кухня. А, может я и так делаю что-то? Может как-то... А! 57 секунд, 56, 55. А что надо делать? Team lock. Не понял. А что делать надо? 42 секунды, ну что? Окей, ни хрена! Ни хрена! Ты откуда взялся, алло? Чел. Меня завалили, охренеть! Охренеть! Я что-то не понял вообще, как это произошло, ну ладно, ну да ладно. Так, это атака была. Получается, да, это атака. Так, у нас здесь какой-то есть еще лог какой-то, по-моему, да? Это какие-то эти, не знаю, что такое. Бэк, ладно. My safe house не работает, по-моему, нет, не работает. Safe house store, нет, у меня что-то залагало, даже игра. Ну да ладно. Так, вот, remove this, я не знаю, что это. Говорит, парень стоит, ладно. Какая-то штука. Я не знаю, я не знаю, куда делать. Что здесь нажимать? Как это сделать? Что здесь делать? Я не знаю. Давайте-ка wait тогда. Я не знаю, я честно, я не знаю. Квейт. Камера. Что? Как это выйти? А, вот. Most wanted. Это значит, кто лучший в этой игре, да, получается? Так, самое лучшее место это 110 тысяч, кто-то заработал здесь уже. Так, weapon 100. Это, типа, купить, так, у меня... Баланс. А, у меня баланса достаточно, я могу купить, например, ствол. Лоудинг. Ну что, я не купил? Пистолет есть, а вот это вот, может, я неправильно... Баланс у меня достаточно. Ладно, допустим, ладно. Атака опять. Нажимаем атаку. Так, здесь получается кто? Здесь выбираем hide wall. Попробую просто, я не знаю, вот нам какая-то вылезла фигня. Нет, я выбрать не могу. Давайте опять рандом тогда. Тут какой-то домик получается опять. Сейчас проверим, что за домик. Лоудинг. Так, у меня загрузилась карта, это получается, что здесь сейчас получится. Здесь получается какая-то это. Так. Так, бежим, 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 бежим. Это какая-то зеленая фигня, может. Это типа крыша, да? Нам надо попасть в дом. По-моему, все правильно. Так. Здесь нифига нету, здесь только дверь. Заходим. Так. Типа мы агент, мы должны вот так вот ходить. Так, следующая дверь. Так, сейчас. Там все. Так. Здесь. Так, все, заходим.
мне в присядке сидеть, потому что мы сидеть уже один. Так. Или мне как... Нет, это он. Он один. Так, здесь кто? Там Гуннис еще идет. Давайте пока что прочекаем эту фигню. Он точно там один? Нет, их явно не два. По-моему, он идет сюда, нет? Я не знаю, что здесь делать, как здесь вообще играть, но да ладно. Ну да ладно. Так, здесь раз. О, ни хрена, меня уже убивают. Надеюсь, сзади меня никто не идет. Нет? Заходим. Так. Открываем. Заходим. На крышу мне не попасть. Если я спрыгну, тоже меня там убьют, да? Значит, получается, ждем их? Или что? О! А в принципе, я могу туда спрыгнуть, ниже. Че я туплю? Конечно. Так, здесь этих гвардов нету. Зато автоматы их хорошо видны, да. Раз автомат, два автомата. Это прикольно. Дверь открыта. Дверь открыта. Я спрыгнул. Да ладно. Ладно. Не получилось. Ладно, еще раз. Давай. Или еще раз, я не знаю. Давай еще раз. Сыграю тогда. Так, погнали. Так. Значит, идем туда. Там получается их четверо или пятеро. По-моему, их четверо. Так, заходим. В присядочку. Или там. Там дверь закрытая. Да ладно. Серьезно? Или здесь тоже надо что-то делать. Дверь какая-то еще одна есть. Я ее не заметил. Вначале. И она не открывается. Дверь не открывается. Так, погнали дальше. Так. О, гварды. Здорово. Здорово, гварды. Здорово. Минус один. Еще. Что с ним такое? Да ладно. И еще четвертый получается. Где? Откуда? Меня камера запалила. Вот она где стоит. Вот я ее просто не заметил, ребят. Извиняюсь. Вот, получается, значит, один. Там вообще какой-то переглюченный чувак валялся. Вот он. Ладно. Один вообще в текстуре. Прекрасно. Все прям это. Так. Нам куда надо? Как я сделал? Я сначала сделал так. Я шел сюда. Я подошел сюда и спрыгнул просто на этаж ниже, вот сюда. А дальше там некуда прыгать просто уже. Так, выходим. Тут тоже нету камеры уже. Прикольно. Давайте. Хап. Мы что-то сделали. Точнее, это сделал я. Так. Надеюсь, там гвардов нету. Нету, тут пустая комната, просто она какая-то цвета непонятного. Ну да ладно. Стул не двигается, ладно. Какой-то выключатель. Розетка, я думал, выключатель какой-то. Ну да ладно. Получается какая-то фигня. Это световая, наверное. По-моему, кто-то зашел, нет? Точно. Один. Откуда он появился? Он уже не заходил. Может, он просто спавнится, я не знаю. Вот он валяется.
просто сейчас завалят. Нет? А, минус один. Да, блин, меня уже ранили. Минус два. Прекрасно. С той стороны никого. Игра сделана не очень качественно, потому что, видите, там в меня кто-то стреляет, вот хаш такой. Кто в комнату убежал. Что мы сделать-то должны делать? Дверь открыта, все. Погнали. Так. Что нам надо здесь сделать? Тут надо, короче, разгадать какую-то загадку или что-то. Ну да ладно. Короче, я побежал на другой этаж. Там посмотрим. Потому что на втором этаже мы что-то найдем. Меня, похоже, уже здесь валят ВХшники. 5 патронов, у меня не хватит патронов просто. Поэтому я просто вот. Блин, у меня не хватит патронов вообще на них. Позже. Посмотрю на это все. Еще одну дверь. Открывайся. Мне просто нечем их уже мочить, просто нечем. Я 5 патронов всего. Вы это видите, да? Вообще темная комната какая-то. Здесь комната, здесь три гитары. Видно, да? Три гитары есть. Здесь мячик есть. Который двигается. Мячик, который двигается. Ладно. Так, здесь как бы диван есть. Я не знаю, что жду. Дверь еще не открылась. Я уже ее как бы открыл, но она не открылась. Странно. Ну да ладно. Что там есть? Другая хрена. Я чуть-чуть не упал, что ли? Или что, куда мне? Куда мне, куда мне, куда мне? Странно как-то сделано, но ладно. Вот, я могу вниз куда-то спуститься, я не знаю. Давайте еще проверю. Я уже гвардию. Просто нет патронов, все. Я это не знаю, как проходить. Просто я не знаю, как это проходить. Может, откуда-то можно их брать, я просто не знаю. Так, СМГ, у меня есть баланс. Да-да, нет, мне не хватает. Мне не хватает, да ладно. Как бы все равно, потому что это первый уровень получается. Ладно, окей. Так. Максимальный баланс 46 тысяч. Нет. Значит, рандом таргет нажимаем. Здесь 60 у нас. 60. На той же месте. Нет, я рандом таргет. Я хочу другую карту. Ну, например, ладно. Давайте эту карту. Я не знаю, что в этой карте будет такого. Ну, ладно, посмотрим, сейчас поиграем. Вообще, сейчас опробуем. Так. Сейчас посмотрим. Так, все, мы зашли. Так. Что здесь такое? Окей. О, машина, опять машина. Так, здесь больше ничего нет. Нет, это просто машина. Так, ну ладно, не важно. Так, дальше мы сюда вообще пройти не можем. Там вообще непонятно, что там конец карты. Я не знаю, почему разработчики это не переделали и вообще никак не сделали. Это странно очень. Ну да ладно. Так, побежали, там ничего нету, и никого нету, а то вдруг случайно кто-нибудь будет здесь. Так, вероятно, они все в доме, или вокруг дома, вот я не знаю. Нету? Странно. Да ладно, а как я без кнопки открыл? Ну, ладно. Там можно забыть, я главное вошел. Так. Так, никого нету. Так, это нельзя трогать.
Таймлок. Окей. А что там такое? Ладно, пока я жду, давайте я пробегусь по карте просто. Дверей-то нету на нее? Или... А, вот двери есть. Нормально. Я думал, дверей нет. Вот, комната какая-то открылась. А, не, не открылась. Получается, дверей нет. Это как вообще? Видите, там какой-то сейф еще? Закрытый или открытый? Закрытый. По-моему, он закрытый. Тут какие-то деньги валяются, или что такое, бумага какая-то? Нет, деньги какие-то. Так. Я не буду стрелять, потому что здесь стекло, по-моему. Я не знаю, или какой-то здесь невидимая какая-то фигня, потому что я перепрыгнуть не могу. Или в окна здесь нельзя влазить, я не знаю. Но тратить патроны я что-то не хочу. Так, окей. Ну, здесь явно окно. И что здесь делать? Расскажите мне, пожалуйста. Где все? Где все гуарды? Так, я зашел в какую комнату уже? Так. Так. Я не знаю. Так. Здесь ничего не написано. Ну просто обычно в таких играх что-то пишут там на досках или где-нибудь. Вот. Я не понимаю, что здесь написано. Ну, какой-то... Ну, какая-то фигня, короче, стоит. Так, ну, я не знаю. Тут какой-то... То ли какая-то карточка, или реклама, может, какая-то. Я не знаю, но подобрать я ее не могу, или могу? Не, не могу. Может, взаимодействие там с чем-то, я не знаю. Скорее, может, что-то надо. Что за комната? О, еще одна комната открывается. Ждем. Может, что-то я ищу. Я не знаю, может, открыть чем-то или разрушить, может, я не знаю, ящики. Хотя нет, вряд ли. Я пистолетом разрушу ящики. Ну, вообще в этой игре все возможно. Потому что я без двери открывал. Ой, я без кнопки открывал гараж. И вот смотрите, как это действует. Нет, я его закрыть не могу. Что? Или могу? По-моему, нет, я не могу его закрыть. А отсюда? И отсюда не могу. Что за фигня? Как я его открывал? Да еще гуардов что-то странно нет. Может, они позже будут, я не знаю. Подъедут? Когда-нибудь. Ну, я просто не знаю. Так, ладно. Так, может, что-то найти здесь надо в ящиках? Не зря же здесь ящики какие-то есть. Потому что я не знаю. Так, здесь. Так, здесь закрыто, по-моему. Так, вот здесь какую-то, как... гора какая-то. По-моему, это гора мусора. Нет, не мусора. Мне показалось, это гора мусора. Так, здесь какая-то получается... Ну да ладно. Это просто забор. А вот это вот, то, что там, я не знаю, это лес какой-то. Но так как... Блин, ну там заканчивается карта, это сразу видно. Разработчик, ты вообще как это делал карту? Машина какая-то. Смотрите, она разломанная какая-то. Она просто разломанная, это что такое? Диван. Нет, я думал, что это диван. Это можно взять вообще? Нет? Окей. Это что такое? Мусор? Фигня какая-то. Так, я не знаю, короче. Так, это что, контейнер какой-то? Что здесь есть? Что? Нету? Ну да ладно. Так, еще один контейнер. Здесь стоит, что-то есть? Нет? Да, прикольно, по контейнерам лазить. Так, открылась у нас дверь, сейчас залезу я. Хоп! Так, а здесь что за комната? Я смотрел вообще ее? Нет. Тут тоже нифига. Ладно. Так, мы за... Не понял. Я их взял? А что это было? Я не понял, бумага или деньги, или что, я не знаю. Так, опять эта штука. Одна и та же, кстати, ребят. Она ничем не отличается. Так, здесь это. О! Взаимодействие. Здесь что есть? Книжка какая-то. Так,
Так, а здесь уже интересно так все. И что надо делать? О! Это типа этот, как его... Сейф открыть, точно. Сейчас. И что делать надо? Так. О, и чё? И чё я должен сделать? Я что-то открыл? Во! Слышали? Вот! Вот этот звук. РД. РД. Так, ладно. Вот. Саунд. И... Вы слышите... Звук. Так. Я не знаю, что здесь написано, короче. Но явно в эту сторону. Вот здесь. Так, окей. Я звук слышу, нет? Так. И чё? Во. Вот здесь. И чё, куда? Так. РД. Я не знаю, что здесь нажимать. Как это делать? Я не понимаю, ребят. Я просто не понимаю. Абор. Так, я вышел, да, получается? Из этой штуки, получается, я вышел. Окей. Я не знаю, что здесь делать. Во! Во, открылось что-то, нет? Так. Чекните, когда... Слышите звук? Вот. И что надо куда нажимать? DLRD. Find spot. Так, here. Я не понимаю, что здесь написано. Loader, клик. Клик. В общем, я не знаю, как эту миссию проходить, я не знаю, как здесь открывать сейфы, это просто, я не знаю, это тупость какая-то, по-моему, я не знаю. Может, здесь как-то можно их все-таки открывать, я просто не знаю.
Мне проще, наверное, с этими гуардами там как-то, не знаю, убивать их. Но с пистолета это не так удобно. Ладно. А как мне выйти? Я в смысле вообще не могу выйти, да? Потому что... Нет, явно не это. Не понял, как выйти отсюда. Алло. Есть нож. Да ладно. Откуда я его взял-то? О! Ребят, у меня два предмета. Точно. И она как раз на ту кнопку, которая, так сказать, стартует видео. Да. Надеюсь, у меня видео все еще идет. А выйти мне как? Кто мне скажет? Выйти это мне как, алло? Люди. С миссии как мне выйти? Давайте, ладно. Тыкаем там. Явно нет. Зато полосы остаются, конечно, охрененные. Нет. О-хо-хо, прикольное оружие. Короче, ну нафиг, я не знаю. Ну нафиг эту игру. Ребят, если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Если вам реально понравился данный видеоролик и вы хотите, чтобы я снял еще подобный видеоролик в этой игре и прошел бы другие миссии, потому что я бы и прошел их в этом видеоролике, но, видимо, игра не хочет меня... В общем, меню мне показывать. Видать, его вообще здесь нету. Я не знаю, я все нажал, здесь меню просто нету. И выйти из игры я не могу. Вот поэтому мне придется, наверное, сейчас ее отключать. И все. В общем, если вам понравился данный выпуск и вы хотите еще видеть эту игру на моем канале, чтобы я ее как-то прошел в следующей миссии, так как в этот раз я не прошел ни одну из этих миссий, потому что я не понял вообще, что здесь делать. Это мой, как бы сказать, даже первый запуск игры. И я просто нифига не понял, что здесь делать. Стрелять там, я не знаю, вот я только разобрался, что здесь есть не только пистолет, но и нож есть. У гуардов брать пистолеты, там оружие их нельзя. Да и гуарды какие-то через кусте находят. Так, еще здесь что есть? В общем, а! Все! Нас отсюда еще... Выпихнули. Так, понятно. Вот где меню. Надо было на эту хрень на зеленую встать. Ладно, окей. Всем удачи. И всем пока.